Всем привет, с вами SteelFro, и сегодня покажу вам то мой итем для Майнкрафта Pocket Edition. На этот раз у нас будет мод, а не программа, с помощью которой я уже читерил. Но после установки данного мода у нас появится кнопка, с помощью которой мы сможем начитерить все время, сможем сменить день на ночь, ночь на день. Так сможем выбирать разные предметы, переключать режим выживания, с выживания на креатив, с креатива на выживание. Здесь мы сможем давать себе броньку, но для этого нам нужно всего лишь знать IT-брони. Вот здесь, где листа, здесь мы можем дать себе любой блок. Ну, как любой, можем дать блок, который здесь есть. Ну, вот я уже дал себе алмаз, суп, стрелу, этот деревянный меч. Ну, вот алмазную броню, хлебушек. Ну, хлебушек так покушать, наверное. Ну, и на этом у нас заканчивается все. 13 страниц. И дал я себе еще изумруд. Так, ну вот, мы сможем одеть нашу броньку. Ну, уже, наверное, некоторым не секрет, что скоро выйдет полноценный Tom Items от известного разработчика. Он там целиком изменил интерфейс. Ой, он добавил интерфейс брони, как это будет все выглядеть. Ну, он, можно сказать, глобально все обновил. Вот. Ну, что ж, давайте включим день и... На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.